В Махачкале задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, накануне в квартире по проспекту Насрудинова неизвестный в ходе возникшего скандала нанес ножевые ранения 29-летнему жителю пригородного поселка Махачкалы и 32-летнему местному жителю. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Когда один начал меня душить, а другие на меня били, у меня был нож с собой. Я в таком состоянии, вот он меня душит. Я его достал и просто начал махать, я видел только ноги. Махать ножом, криками, короче, чтобы они отошли от меня. И они реально отошли.